Дорогие саратовцы, друзья, скоро наступит Новый год. Самый яркий, добрый праздник. Он собирает нас в кругу семьи, дарит новые надежды и веру в лучшее. Я хочу пожелать всем жителям Саратовской области здоровья, благополучия. Пожелать от всего сердца, как это делают родным людям. В этот год мы много встречались, ставили большие задачи, обсуждали, как их выполнить. Нас объединила совместная работа, общее стремление сделать жизнь в городах и селах лучше. Спасибо за поддержку, уважаемые земляки, за ваше доверие, неравнодушие и огромный труд. Пусть в каждом доме звучит веселый смех, будет много радости и счастья. Пусть наступающий год будет щедрым и плодотворным, а все наши начинания успешными. С праздником, дорогие саратовцы! С новым 2018 годом!